Всем здорово, Абу-бандитам и Бравл-старсерам, а также Роблоксерам. Короче, что в этом видео будет, ты увидишь сам, поэтому просто влепи лайк, оставь комментарий, да и поехали. Ну чё, приятного просмотра, так получается. Поехали. Итак, дамы и господа, у нас сегодня будет что? Показывание арабских фокусов в Роблоксе. Поэтому влепляй за Бравл-старс, чакушечку и погнали. Итак, все, камера у меня, я за мотором, поехали. Наш фокусник на сегодня зовут Брух. Итак, первый фокус называется «Надувающаяся башка». Каким хреном она надувается, я, конечно же, не понимаю, но выглядит это забавно, согласитесь. И вот такая вот штука происходит. И, кстати, напомню, если ты не подпишешься, то эта хрень придет к тебе ночью, поэтому не рискуй. Да-да, я предупредил. А ну тебе надо будет, вот так ты спишь, у тебя вот так вот. Это вот хрень так будет летать. Ну, я считаю, нет. Он что-то пишет. Так. Кек. Хакер пишет. Ага, ну-ну, по-любому. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну-ка. Итак, друзья, сейчас будет новый фокус. Фокусник у нас немножечко упал, ну ничего страшного. Как говорится, до свадьбы заживет. Правильно. Опа! Я вижу уточку. Ну-ка, и что же сейчас будет? Кстати, прикольная уточка, можно даже, да. Поздороваться и передать хлеб. Лови аптечку. Все нормально. Итак, следующий фокус у нас... Следующий фокус у нас был в том, в чем, что появляется уточка. А как это сделать, вы узнаете в серии, когда будет здесь... Сколько здесь будет лайков, чтобы вы узнали в серии? Напиши в чате цифру. Так, ждем. Я думаю, сейчас будет цифра. 10 ликов. Так, друзья, да, вот, пожалуйста. Это не я придумал, так что вот, как тут будет 10 лайков, вы узнаете, как это вообще делается, зачем, для чего, ну и почему. В общем, вы же расскажете, как и бошки надувать и делать уточек. Я все правильно понимаю? Да-да, я все. Отлично. Ну, короче, вы поняли. Чтобы узнать, как это делать, набрать надо 10 лайков. Поэтому вот. Все. Ставьте лайк за скин, за Brawl Stars, за Roblox, Minecraft, вообще за все хорошее. Все, всех с праздниками. Обнял. Как бы всем удачи, счастья, здоровья. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Покеда.